Путь факельной эстафеты «Бег мира» проходит и по Чувашии. Эта международная факельная эстафета представляет собой непрерывный бег в светлое время суток. Участники бегут за горящим факелом, последовательно сменяя друг друга на участках маршрута. Западная ветка «Бега мира» стартовала 12 июня в Тюмени. Участники этой части эстафеты, пробежав по берегам Уральских озер, по степям Поволжья и предгорьям Кавказа, финишируют в Ставрополе 21 сентября, в Международный день мира. 24 июля участники эстафеты были в Шимурше и Батырево, пробежали через Урмары, а сегодня появились в Чебоксарах. Каждый месяц у нас новый состав команды, но вот я бегу от старта и до финиша. Вот в этом году, например, бежит больше 120 стран мира участвует. И вот наша Россия, это российский этап, мы бежим, наша команда, и у нас бежит несколько команд. Далее команда эстафеты отправилась в Ядрин.